С ручкой вдоль надо еще вдоль, да. Все. Мы газ пущим. Дали газ. Спасибо большое. В селе Ребриха газ пришел и в дом Тюниных. Раньше Сергею и его супруге Ольге приходилось отапливаться углем и дровами, что было довольно затратно. В этом году семья подала заявку на догазификацию. Газовые сети до границ земельного участка им построили бесплатно. За свой счет Тюнины установили котел, счетчик и провели трубы в домовладении. С газом приятно работать. А готовить женщине удобно очень. И газ такой, что не коптит. А то, что с отоплением, это вообще это фурор. Это такого у нас в районе никогда не было. Не знаю, какие будут финансовые расходы, но, по судя по договору, стоимость около 7 рублей кубометра. Ну вот мы сейчас уже нажгли там рублей, наверное, на 20 всего. Для газификации села Ребриха построено 13 километров газопроводов. Сейчас специалисты компании «Газпром газораспределение Барнаула» продолжают подключать абонентов. В списке больше 1700 жителей райцентра. 90% заявок уже перевели в договоры. А в перспективе газифицируют и местную котельную. Социальная догазификация – это вопрос социальной справедливости, потому что объективно у нас есть ситуация, когда в одном населенном пункте по одной улице, одна сторона улицы, дома стоят с газом, другая без газа. Вот для устранения этой несправедливости была разработана программа, которая активно реализуется компанией «Газпром». Власти уверены, в следующем году возможность подключиться к природному газу появится в каждом доме Ребрихинского района. В других селах муниципалитета продолжают строительство газопровода. Написать заявление и получить консультацию по социальной газификации можно в мобильных офисах, которые работают по всей стране. Мы ждем заявок, потому что, вот пример Алтайского края, 58 тысяч домовладений находится в газифицированных населенных пунктах, но у нас, к сожалению, только 25 тысяч заявок. 25 тысяч заявок, 25 тысяч заключенных договоров. И для того, чтобы в каждый дом пришел газ, нужно обратиться любым удобным способом. Подать заявку на подключение можно через МФЦ или госуслуги. Из документов потребуется лишь паспорт, СНИЛС и свидетельство о праве собственности. Правительство края предоставляет право получить компенсацию за расход на газовое оборудование от 50 до 100 тысяч рублей в зависимости от категории граждан. Речь идет, конечно, в первую очередь о людях в трудной жизненной ситуации, о с низкими доходами, о нуждающихся, так называемой категории, о детях войны, ветеранах боевых действий, чтобы окончательно газ вошел в дом, а не просто подошел к границам земельного участка. А к 2025 году газопровод планируют построить в Славгороде и Рубцовске. Работу по этим направлениям уже начали. В газификацию региона должно быть вложено около 60 миллиардов рублей. Это самая крупная программа газификации населения в масштабах страны. Мария Мацаева, Андрей Печоркин. День с толком.